Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним. Упражнение номер 19 по цифре 2. Рабочая тетрадь по математике для 3 класса автора Маром. В этом упражнении мы должны будем найти значение данных числовых выражений. Вспомним порядок выполнения действий в таких выражениях. Скобок у нас нет, но у нас есть умножение и деление. Оно делается первым и по порядку, а затем сложение или вычитание. 230 умножаем на 4. 200 на 4 – 800, 30 на 4 – 120. 800 плюс 120 равно 920. 920 минус 400 равно 520. 280 минус частное число 490 из 7. 490 разделим на 7, получится 70. 280 минус 70 равно 210. 240 умножаем на 2. Это получается 480. И разделим на 6, получится 80. 180 разделить на 3 равно 60. 60 разделить на 5 равно 12. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под